Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как сокращать рациональные дроби, если в них присутствует формула квадрата суммы или квадрата разности. Итак, первый пример. Х квадрат минус 4х плюс 4, деленное на х квадрат минус 2х. Ну, во-первых, надо увидеть, что это формула. Для начала давайте мы немножечко ее преобразуем. Итак, х квадрат минус. Удвоенное произведение можно написать так. 4 – это 2 умножить на 2 и умножить на х. То есть 4х – это удвоенное произведение первого числа на второе. И плюс квадрат второго числа, то есть 2 в квадрате. Теперь мы обязательно с вами проверим, действительно ли это формула. Первое число х, второе двойка. В удвоенном произведении присутствует и двойка, и х. Все нормально. Теперь внизу выносим общий множитель за скобку. Общий множитель будет х, значит, х квадрат поделить на х будет х. Минус 2х поделить на х будет просто 2. Далее сворачиваем по формуле. Итак, первое число х. Дальше идет знак перед удвоенным произведением. И второе число это 2. В скобках в квадрате. И деленное на х и на скобку х минус 2. Теперь мы видим, что скобки одинаковые, но черкать все сразу нельзя. Как мы правильно зачеркиваем? Мы зачеркиваем х минус 2 и зачеркиваем квадрат. Равняется. А в числителе остается х минус 2. Обратите внимание, я пишу без скобок, а внизу остается х. Ну, давайте еще один подобный пример рассмотрим. В числителе 3y квадрат плюс 24y. В знаменателе y квадрат плюс 16y и плюс 64. Итак, в числителе мы выносим общий множитель. Общий множитель, все коэффициенты 3 и 24 делятся на 3, поэтому мы выносим тройку. И еще у нас общее число – это y. Итак, 3y квадрат поделить на 3y будет просто y. Прибавить 24 поделить на 3 – это 8. Ну и y поделить на y у нас ушло. В знаменателе мы должны записать подробно. Y квадрат плюс, раз следующее удвоенное число, мы пишем 2 умножить. 16 это 2 умножить на 8. И буква Y. И плюс 64 это 8 в квадрате. Получаем. Числитель дроби мы переписываем. 3y на скобку y плюс 8. В знаменателе мы сворачиваем по формуле квадрата суммы, то есть получаем y плюс 8 в квадрате. Первое число и второе. Далее, опять же, как мы зачеркиваем? В числителе мы зачеркиваем всю скобку, в знаменателе только квадрат. И получаем, в числителе остается 3y, в знаменателе y плюс 8. Спасибо за внимание.